ищет пробу в замысле преступном. А этот счастье силой взять решит. Посеешь, то пожнешь. Так в жизни, что посеешь, то пожнешь. Так повелось миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Так повелось миру, всем нам повезло, что в жизни зло на зло, добро всегда к добру. Зло любит жить роскошно и удобно, добру и в этом далеко до зла. Но даже в смертный час добро способно дарить надежды и рождать дела. Добро найдет нас в трудную минуту, придет, когда его уже не ждешь. Ты сам спеши добро нести кому-то, ведь что посеешь в людях, то пожнешь. Ведь что посеешь в людях, то пожнешь. Так повелось миру, так всем нам повезло, что в жизни зло на зло, добро всегда к добру. Так повелось миру, так всем нам повезло, что в жизни злу на зло, добро всегда к добру. Что в жизни зло на зло, добро всегда к добру. Я приглашаю на сцену учредителей фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и Дину Корзун. Народная артистка России и Грузии Тамара Гварцетели и народный артист России, дважды лауреат.